разбуди, разбуди посреди ночей. Посреди, посреди. Она все равно захочет на каток. Чертик прячется, прячется на ее плече, на ее плече. И всегда зовет, он зовет Санечку на лед. В ее сумке всегда есть пара коньков, даже если Саша в Африке и там, где не лед. Позови Александру попить кофеек, она скажет, зачем, можно пойти на каток. Если Саша на пляже, на ней юнибади, она прыгает в коньки, и теперь все как надо. Саша любит море, но больше зимой. Если going to каток, то зови ее с собой. Эй! Александра, Александра, хочет на каток. Александра, 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 так хочет на каток. Да, все, да. Отлично. Я пишу. Саш, привет.